Перед нами Архимед в период физического расцвета. Уже открыт закон Архимеда и основан физфак. Идут приемные экзамены. Но Архимед спешит на заседание семинара в Институт физических проблем, где прославленный Аристотель делает доклад «Атомистика или мистика? Критика теории Демокрита». Как быть? Появляется Бахус. Он, как всегда, навеселе. Коварные боги сумели подложить свинью Архимеду. Снабдив Бахуса отличной характеристикой, они помогли устроиться ему на факультете. Бедный Бахус. Он не подозревает, какой вред он наносит делу. О, он всецело предан физике и Архимеду. С готовностью берется он за прием экзаменов, но, следуя внушениям богов, принимает на факультет всех без разбора. Певцов, танцоров, халтурщиков по протекции и халтурщиков по призванию. На фоне их жалкого лепета гордо и убедительно звучит продуманный и полный понимания физической сущности явления хор добросовестных абитуриентов. Архимед в воде лежал. Боги не смогли преградить им путь в науку. Как в городе товала сирокоза, объявил я открытие без пака, объявил я в честь открытия конкурс для актеров инспектрис и студентика. Пусть все актеры берегут покой, пусть инспектор инспектирует, пусть инспектор контролирует, регулирует, чтоб студентики своих читалках сидя, чтоб студентики свои задачки глядя, возвращаюсь к себе на физфак.
Yeah.